Милая, это моя работа. Я понимаю, как она важна для тебя. Но позволь себе расслабиться хотя бы дома. Привет, папочка. Я люблю тебя и очень скучаю. Я пришел к офицеру Сарчи. Я знаю многих священников, ты на них не похож. А я знаю много копов, и ты типичный представитель. Я каждую ночь копаюсь в дерьме. Я видел много ужасных вещей. Но всему есть человеческое объяснение. Значит, вы не видели зла. Сумасшедшие жалуются на странные звуки. Шум. После вас. Что это за надписи? Да похуй вообще, блядь. Я видел два типа зла в этой жизни. Второстепенное – это зло человеческой природы. И первостепенное – нечто совершенно иное. Его так просто не побороть. Начнем. Существует обряд экзорцизма. Скажи, что ты это видел. Избави нас от лукавого.